Приятно смотреть, братья и сестры. Да благословит вас Господь, родители, отцы и матери. Сделайте все, что вы можете для своих деток. Отдайте их Господу, чтобы Господь их благословил и сохранил. И чтобы вам была радость, а Господу была слава. Братья и сестры, 23 деток, слава Господу. А раз у нас было 25, так что еще у нас было больше. И я прошу ко всем фотографам, вы можете сейчас фотографировать или попозже, когда мы помолимся, но во время молитвы, пожалуйста, просим, не фотографируйте, потому что оно отвлекает. Мы будем представлять наших деток под благословение Господа. Мы услышим, как родители дали имя, потом попросим братьев, чтобы братья взяли на руки, и братья и сестры, как за своего сына, как за свою дочь, будем просить, чтобы Господь сохранил, особенно от мира, греха и беззакония. Сколько детей сегодня попадали, сколько детей, которые находятся в грехе, и отцы и матери плачут, потому что не видят их. В доме не видят своем, не видят их в церкви, не принимают они водное крещение, и жизнь семейную не начинают с благословения Господа и церкви, как-нибудь. И потом горе, слезы и плач. И также просим вас, родители, да благословит вас Господь, чтобы вы воспитали своих деток в учении и наставлении Господнем. Обещаете ли вы пред Господом, пред церковью, воспитывать своих деток в страхе Божьем, показывая им хороший пример на добро, показывая им дорогу в церковь к Господу? Если обещаете, скажите «обещаем». Обещаю. Да благословит Господь. А сейчас, братья и сестры, мы выслушаем, как назвали. Олександра. Мануела. Тима. Андрій. Марк. Рувім. Ангеліна. Вікторія. Маргарита. Сашик. Софія. Міша. Каріна. Мілана. Ізабелла. Анастасія. Антон. Тимофій. Наталія. Юля. Кирил. Ліана. Віталік. Висока братіка, висока сестричка, я не посчитав. Не успел. Братья и сестры, будем молиться, чтобы Господь их благословил. Это будущее церкви. И мы, старшие, бабушки, дедушки, которые сегодня также в этом служении, не только молиться, но показывать пример нашим внукам, внучатам. Братья, подойдите, пожалуйста, возьмите на руки. Деток, мы будем молиться, просить Господнего благословения. Это праздник, братья и сестры. В нашей церкви обычно около 100 детей каждый год мы представляем пред Господа. Но мы молимся, чтобы мы больше представляли. Да благословит нас Господь. Много деток в нашей церкви. Около 1500. Хоть они часто бывают и неспокойные, но мы рады за то, что Господь нам дал молодежь, дал деток. И сегодня будем молиться, чтобы Господь благословил, братья и сестры, всю церковь, чтобы наши детки были примером в школах. Детки, слухайте дуже уважно. Детки, слухайте. Чтобы в школах не баловались, были добрым прикладом. Чтобы вы поганих слов не говорили. Да. Чтобы поганих слов не говорили. Никого не обижали. Чтобы были хорошими детками. Чтобы вы приносили добрые оценки. Добре? Хай Бог благословить вас. Братья и сестры, мы просим, братья возьмут на руки. Братья, проходите. Проходите. Никого не... чтобы не опустить.
Алексей, подходи дальше туда. Подходи. Брат Гена, бери тоже. Никого не оставим, не переживайте, родители. Всех возьмем на руки. Будем просить Господне благословение. Давайте я двух мужа возьму. Гена, я двух возьму. Возьми брата Славика. Хорошо. Я вас двух возьму. Братья и сестры, будем молиться, просить Господнего благословения. Твоя рука, благословляющая, охраняющая, не знаю.